грядущим праздникам в городе разработана дорожная карта, в которой определен маршрут гостеприимства. Ну а цветовая гамма и внешний облик зданий и сооружений на курорте определены еще в 2014 году. Сегодня специалистам остается разрабатывать дизайнерское оформление городской среды. К нему относится и праздничная подсветка. Световые инсталляции и элементы праздничного декора совсем скоро заиграют новыми красками. Ну а эстетично, без использования декораций, должны смотреться сочинские дворы. Вопрос санитарного состояния, как всегда, должен быть в приоритете, подчеркивает первый заместитель мэра Мугдин Чермит. Все дворы среди многоэтажек города Сочи наконец-то были бы приведены в какое-то нормативное, скажем, сносное архитектурное состояние, потому что все эти сараи, гаражи, бараки, все эти халабуды, все эти навесы, которые у нас налеплены и нам остались в наследство с прошлых десятилетий, надо за это очень серьезно браться, заходить, как мы это делаем на Дивноморской, просто банально подчистую все это вычищать. Поэтому, пожалуйста, вместе с департаментом архитектуры надо конкретно составить дорожную карту, чтобы каждый глава каждой территории знал и понимал, на что мы их нацеливаем. Намеченная программа на приведение в соответствии 180 улиц имеет конкретные сроки исполнения. Это май 2017 года. К этому периоду могу доложить, что департаментом оформления дизайна городской среды подготовлено более 60 паспортов улиц. По распоряжению главы у нас имеется закрепление сотрудников департаментов и управлений администрации города. Все рекомендации направлены главам районов. Все надо делать вовремя. Мы с вами сейчас готовимся к Дню города. Сегодня на планерном совещании обсуждали, что надо уже сейчас готовить рекомендации по встрече Нового года. Вот какие рекомендации вы направляете? Будет заменено световое оформление очень значимого для города места. Это Пролетарского подъема. Далее мы планируем подсветить очень красивый узел. Это мост Ривьера. И наметить световые консоли по улице Политехнической в сторону Бочарова ручья. Далее хочется сказать, что в подготовку к праздничным мероприятиям Дня города включен весь город. Получены базовые рекомендации для объектов потребительского рынка по оформлению витрин. Далее по объектам, по украшению объектов здравоохранения, культуры, кредитно-финансовой сферы, это офисные здания, которые должны в общем контексте оформиться с учетом того, что это общее праздничное строение, которое должны почувствовать все горожане. Ко Дню города здания украсят якоря, ракушки, пальмы и морские пейзажи. К Новому году на смену символам курорта придут елочные украшения со световыми инсталляциями. Готова концепция наружного оформления Сочи и крупным международным мероприятиям, в том числе и грядущему Кубку Конфедерации 2017 года. В дорожную карту футбольного праздника войдет 62 улицы, концепция которых будет утверждена на сессии городского собрания Сочи. Ольга Десятова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.